Монополия коммунального предприятия «Основание» уходит в прошлое. В следующем году на рынок жилищных услуг Запорожья придут новые компании, а у горожан появится право выбора, кому доверить обслуживание своего дома. Прекратит работу в прежнем виде и служба 1580. Об этом в эфире программы «Давайте разберемся», сообщил городской глава Запорожья Владимир Буряк. Служба 1580, которая у всех уже на устах, будет переформатирована, она будет выведена. Состава коммунального предприятия «Основание» по одной простой причине. Не может служба, которая принимает заказ, быть подконтрольна тому же руководителю предприятия. Это просто нонсенс. Если говорить о дальнейшей судьбе КП «Основание», то все мы знаем, что по закону до 1 июля оно прекратит свое существование. Это всем известно. Но, скажем так, имея эту материальную базу, плохая она или хорошая, это уже другой вопрос. Но мы должны сделать и сделаем. С коммунального предприятия «Основание» действительно управленческую структуру, которая будет одной из организаций по предоставлению услуг гражданам города Запорожья. А на рынке будет работать несколько предприятий, которые будут оказывать услуги. Какие еще реформы ожидает сфера ЖКХ? Готов ли город к снегопадам и насколько сократится штат чиновников Запорожья? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете сегодня в программе «Давайте разберемся». Не пропустите начало эфира в 21:15.